Привет, сегодня дубак, 6 января, ночь перед Рождеством, всех с праздником. Сегодня у нас будет сочельник. Сейчас нужно пару мест съездить. Мишка дома остался, баба с дедом, а Таня за рулем. Поползаем на свет. Все правильно, сегодня же сочельник. Ночь перед Рождеством. Да. Сегодня будет, наверное, 1000 фильмов, мультфильмов. Про Кузнецова акулу, кто, как он называется? «Вечера на хуторе близ Диканьки». Надо будет обязательно пересмотреть. Здравствуй, Новый год. Подорожание бензина. Стабильно на 50 копеек. Раз в две недели. В общем, празднования не прошли бесследно для веса. Я даже прибавил один килограммчик. Хотя, учитывая, сколько мы едим каждый день безостановочно, килограмм 10 должно быть минимум в плюсе, почему-то один. Ну что, сейчас начнется потепление, пробежки каждый день, по-любому без них никак. Можно и сейчас побегать, но гололед, все дела, поэтому может быть травма опасна. Не знаю, как я в том году в гололед бегал. Сегодня более такой дорожный влог. Наверное, 90% видео будет из машины, потому что у нас сегодня много мест, в которые нужно заехать. Там и в поликлинику, и по работе, и еще там в 1000 мест по разным делам. Не знаю, как можно отдыхать 10 дней подряд. Меня уже на третий день начинает ломать без работы. Поэтому уже с 4 числа я начал потихоньку работать, вливаться в рабочий процесс. У нас осталось много незавершенных заказов с предыдущего года. Там по сайтам, по рекламе, разработка, продвижение, интернет. По видео тоже несколько заказиков есть. И уже начали появляться новые заказы. Вот там вчера буквально несколько заказов тоже мы взяли. Поэтому работа уже прет. Да, кстати, начало года намного лучше, если сравнивать с предыдущим. В предыдущем году, по-моему, как раз-таки всю неделю я проотдыхал, ничего не делали. В этом году уже получше, то есть пораньше народ начинает уже просыпаться и включаться в работу. Хотя обычно к весне начинается прям ажиотаж там. То есть весна, лето тоже ажиотаж, но потом в середине лета уже тоже народ в отпуска уезжает. И все начинают тоже отдыхать. Вот, в общем, сейчас я Таню дождусь, и мы дальше рванем. Погода нас по-прежнему не хочет радовать. Минус 7, никакого снега нет, серо, мрачно. Хотя вроде к выходным обещают снегопад к воскресенью. Но почему-то показывают плюс 2. То есть тоже непонятно, то ли он выпадет и сразу растает, то ли выпадет и будет нормально заснежено. Потому что вот эта вот серая масса, непонятно, уже надоело. Хочется нормальной зимы, снежной, со снеговиками, с горками, с катаниями. Еще хочу поделиться с вами мыслями по поводу раскрутки в соцсетях, применительно к соцсети ВКонтакте. Недавно открыл для себя такую фишку, как клипы ВКонтакте. Ну, про ТикТок все знают, и, соответственно, ВКонтакт тоже скопировал эту идею ТикТока. В общем, здесь появились клипы, то есть вы можете загружать... Фокус, давай. Вы можете загружать видео, у вас будет такая лента из клипов. Буквально пару дней назад загрузил несколько клипов. Вчера загрузил вот клип, который сегодня видели.
ревьюшки к этому влогу. И меньше чем за сутки он набрал 344 просмотра. То есть, если по факту у меня записи не набирают столько просмотров, то есть вот запись у меня была, ну тоже, правда, вчера 300 просмотров у записи, вот, но у клипа уже даже больше просмотров, то есть 344, вот 360 просмотров клип, тачку я загрузил. Короче, это классная тема для тех, кто хочет поднять охваты в соцсетях. В целом вообще раскрутиться, то есть можно снимать видео и спокойно загружать их, только загружать лучше в вертикальном формате. Потому что я загрузил несколько видео в горизонтальном формате, ну в стандартном, там 16:9, 4:3. И горизонтально он не так сильно продвигает, а вертикальный сразу тут по сотням, по тысячам просмотров быстро набирает. Поэтому берите на заметку. Самая классная елка на набережной, а ночью она светится вообще просто огненно клево. И ресторан «Река» здесь же, вроде как самый классный. Нет? Мне не понравится. Любитель, да? Да. Пардон. Приехали в Диалайн. Вообще ни одного живого места нет. Все забито, встать негде. Я, кстати, передислоцировался за руль. Сейчас жду Таню, она сейчас ходит там за анализами. И все, и рванем обратно домой.